Всем привет! Вы в гостях у мамы счастливой хозяйки. Мы сейчас находимся в доме моих родителей, и я очень давно уже обещала моей маме помочь с уборкой. И сегодня мы вместе с вами будем отмывать мамину духовку. Сегодня мы вместе с вами будем тестировать средства от бренда Unicum, и я возьму жироудалитель для плит и духов. Есть у меня еще средства Unicum для ванной комнаты, для мытья стекол и для мытья посуды. Кстати, для мытья стекол мы сегодня тоже попробуем. Как обещает производитель, жироудалитель справится с жирными пятнами за 15-20 секунд, а с трудновыводимыми жирными пятнами за 1 минуту. Давайте это проверим. Кстати, духовочка у мамы имеет такую очень красивую зеркальную поверхность, но на ней остаются пальчики, постоянно остаются, поэтому очень сложно поддерживать ее в привлекательном состоянии. Мне понадобится губочка новая, мне понадобятся перчатки и непосредственно средство для удаления жира. Сначала мы должны все достать из духовки. Перчаточки. А вы помогаете маме? Так, нам нужно с вами набрызгать средство на духовку, засечь 20 секунд и попробовать потереть. Смотрите, как оно отъедает все. Смотрите, то есть вот даже видно, что пена уже такая коричневая. И вот там тоже, на задней стенке духовки, прям вот этот жир стекает. Так, что у нас со временем? Я думаю, можно пробовать потереть. По-моему, идеально. Смотрите. Во всяком случае, вот здесь вот внизу за 20 секунд средство отлично справилось. Я думаю, что вот там на задней стенке нужно подождать как раз минуту и проверить. На стеклышке особо не нужно ждать даже 20 секунд. Сразу все отходит. Вообще средства для духовок, они имеют вот этот специфический аромат борьбы с жиром. Очень сложно найти средство, которое оттирает весь жир и при этом пахнет фиалками. Ну что, минута у нас с вами прошла. Теперь давайте попробуем средство смыть. Я решила тут еще немножко потереть, и мне кажется, что тряпочку придется выбросить. Смотрите, сколько здесь гари осталось. Посмотрите, какой чистяк, посмотрите, идеально, как будто бы она только что куплена. Скажи, Ром, вообще. Я думаю, что мы будем с вами повторно использовать средства на тех местах, где еще остался жир. Просто изначально было сложно понять, куда нужно набрызгать больше, куда меньше. Сейчас вот понятно. То есть вот эта вот зона у нас очистилась. Я думаю, что вот здесь вот мы сейчас еще немножко добавим. Итак, в принципе, результат очень даже неплохой. Я просто думала, что с этой духовкой нужно будет бороться не один день. То есть мы сейчас обрабатываем вот эти вот сложные участки, уголки, до которых у нас не добралось средство в первый раз. Ну что, друзья, уборка наша подошла к концу. Жироудалитель Unicum справился со своей задачей. Решеточки у нас блестят. Я думаю, что как средство для ежедневной уборки я могу посоветовать его. Он неплохо справился даже с запущенной духовкой. И чтобы мама совсем уж обрадовалась, мы протрем духовку еще и с лицевой стороны с помощью вот этого средства для мытья стекол Unicum Professional.
Ну вот, практически идеально. Ссылочки на средства, которые я сегодня использовала, оставлю внизу в описании к ролику. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Всем пока!